ол параға. Cənab, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaral düzülür. Qaral rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Salam əsker. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые гости, дорогие друзья, еще раз от всего сердца приветствую вас в Азербайджане. Мы сейчас провели очень интересную беседу, обсудили очень много вопросов двусторонней повестки дня и региональной проблематики. И начинаем первое заседание Межгосударственного совета. Решение о создании Совета само по себе является историческим. Это еще раз подчеркивает высокий уровень наших отношений, является свидетельством того, что обе стороны настроены на укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы считаем, что результаты визита и заседания Межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня наших отношений. Казахстан и Азербайджан – это два братские государства. На протяжении многих веков наши народы живут в мире, в братстве, в сотрудничестве, независимо от общественно-политических формаций. Ну, а как два независимых государства уже более 30 лет активно взаимодействуют как в международных структурах, так и в двустороннем формате. Но в последнее время динамика наших взаимных визитов очень иллюстративна и говорит о том, что отношениям придан новый динамизм. Мы радуемся успехам Казахстана. Хотел бы поздравить вас и весь братский народ Казахстана с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом развитии, в инновационном развитии. Экономический рост и увеличение валового внутреннего продукта Казахстана говорит о правильной и выверенной экономической политике. Также полностью поддерживаем ваши реформы, направленные на модернизацию страны, на диверсификацию экономики, что во многом уже достигнуто. Мы сегодня подробно обсуждали вопросы региональной проблематики. Я информировал Касым-Жомарт Кемелевича о процессе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду, что этот процесс закончится подписанием мирного договора и переворачиванием этой тяжелой и черной страницы нашей истории. Мы также подробно говорили о проектах, которые нас объединяют. Я выразил благодарность президенту Казахстана за братскую помощь в деле восстановления Карабаха, а именно Центр детского творчества имени
Курмангазы в городе Физули является даром казахского народа, азербайджанскому народу, и является инициативой президента Токаева. И завтра мы откроем этот центр, который будет также центром нашей дружбы. Мы благодарны за слова солидарности в деле восстановления суверенитета Азербайджана. И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан – наш надежный друг и союзник. Много тем сегодня у нас на повестке дня. Мы предоставим слово членам делегации, чтобы осветить вопросы транспортно-логистической сферы, энергетики, цифровизации, гуманитарного сотрудничества. По всем направлениям работа идет успешно. Недавнее заседание межправкомиссии в Астане носило характер подготовки к вашему государственному визиту. Мы очень серьезно готовились к этому визиту и с тем, чтобы наполнить его содержанием, и с тем, чтобы потом было легче контролировать реализацию. Думаю, что мы дадим соответствующие поручения и будем регулярно информированы о том, как реализуются наши договоренности. Еще раз добро пожаловать, уважаемый Касым Жомарт Кемелевич. Очень рад вас снова видеть.